Всем привет, меня зовут Никита Шевчук, я стендап-комик. Я озвучил папу Альфонса в мультике, который называется «Гиганты Ла-Манша». То есть не папа Альфонс, его просто так зовут, это не его положение с матерью, не так, что он живет за ее счет. Мальчики всегда что-то придумывают и любят приключения, если не держать его дома у своей юбки. Мне кажется, это моя мама попросила, она просто постоянно просит внуков, и поэтому говорит, ну уже хотя бы озвучь папу. Папа Альфонса похож на меня. Он тоже понял, что усы украшают мужчин. Однажды у меня была озвучка, это был праздник, и мой друг уже был в состоянии, когда он не мог взять трубку, а звонит мать, и я озвучивал своего друга с матерью. Да-да, мам, все хорошо, мы будем, все в порядке. В разгар ужасного урагана у Альфонса нашлось время для романа? Мы такие романтики достаточно. И у Альфонса есть чувство юмора. Ух ты! И это максимум? Думаю, пешком будет быстрее. Папа Альфонса намного смелее меня, потому что он ездит на мотоцикле. Хотя тоже он трус, потому что мотоцикл-то с коляской. Это, ну, полегче. Уже три колеса. Мне кажется, это мультфильм, в котором объединяются родители с детьми. Нужно смотреть это всей семьей. У меня есть племянники. Племяннице ей 12, а племяннику 15. Я бы точно им порекомендовал. И вообще, я всем рекомендую этим летом идти на гигантов.